и фигуристы в зимние сказки. Перед новогодними праздниками в Киевском дворце спорта начался показ ледового шоу «Снежная королева». В главных ролях чемпионы и призеры национальных и международных соревнований по фигурному катанию. Побывал на представлении Олег Шумейко. Репетиции вместо тренировок. Уже традиционно в преддверии новогодних праздников фигуристы перевоплощаются в артистов. Но очень нравится, очень красивая мелодия, все. Все супер. В прошлом году это дебют мой был вот такой вот в роли оленя. Мне тоже безумно все понравилось, но феерически все было классно. Хореограф-постановщик Дмитрий Дмитренко признается, перед Новым годом практически не спит, переживает. Изматывают и репетиции до двух ночи, устает и на самих выступлениях. Тут же анализирует прокат своих актеров, что-то меняет на ходу, старается, чтобы шоу не повторялись. Чтобы это в рутину не превратилось, какие-то такие замечания, чтобы каждое шоу было интересно. Состав сильно прибавляет от спектакля к спектаклю. Какие сейчас эмоции, только какой-то такой просчет, не забыть бы чего. Зрители полюбили новогоднее ледовое шоу. В день выступления на трибунах аншлаг. Среди зрителей много детей, но есть и специальные гости. Стелла Ковальская, одноклассница Дмитрия Дмитренко. Давно не видела школьного друга, поэтому вместе с другими одноклассниками и дочкой Катей пришли на выступление. Для него было неожиданно, что мы пришли. Он прогульщик встреч выпускников, потому что он постоянно работает. Прогульщик! Мы ему и так намекаем, и сяк намекаем, поэтому он был очень удивлен. И передать. И ему было приятно, что мы пришли, его проведали, его одноклассники. Приятно. Мы сегодня первой партии, завтра будет вторая партия одноклассников. Что да, мы следим. Вторая. В репертуаре фигуристов две сказки. Открывает программу «Снежная королева». Через несколько дней артисты перевоплотятся в героев Щелкунчика. Олег Шумейко, Максим Градобык, UATV.